Жительнице поселка Томилино Валентине Темновой исполнилось 103 года. Бывший сотрудник Люберецкого дворца культуры отметила свой день рождения в кругу близких и почетных гостей. Среди тех, кто поздравил долгожительницу и ее семью, оказалась и наша съемочная группа. Эти строчки раскрывают секрет ее долголетия. С жизнерадостностью и оптимизмом Валентина Яковлевна идет рука об руку. Люберчанка посвятила всю свою жизнь музыке. Поэтому 103-й день рождения проходит под звуки любимых песен. Среди гостей – бывшие ученицы, которым она в свое время преподавала оперное пение. Букет цветов и подарки виновнице торжества вручил и глава Люберец Владимир Ужицкий. Бабушка рассказывала всегда, она занималась спортом, конькобежным спортом, плаванием. И благодаря вот своей жизненно активной позиции и занятиям спортом, в том числе она и сейчас делает зарядку каждое утро, вот мы сохраняем бодрость духа и здоровье. Огромное довольно-таки количество людей и помнят, и благодарят бесконечно, ее таланту преклоняется. Ее любовь к музыке и жизни не имеет границ. Преподавать уроки по оперному вокалу Валентина Яковлевна перестала в 98 лет. Но радовать окружающих своим пением она продолжает до сих пор. Луиза Игазарян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.